Друзья, как вы видим, мы находимся на севере Калифорнии, где сейчас бушуют ужасные пожары, разрушительные силы. Это Напа Валли, 60 миль на север от Сан-Франциско. Здесь выгорело несколько районов города, туристического города Санта-Роса. Сюда обычно съезжаются люди попробовать новые сорта вин. Эти вина очень известны своими качествами вкусовыми. Вот, как вы видите по сторонам, здесь полностью этот район Санта-Розы города уничтожен огнем. До сих пор огонь еще струится кое-где из газопроводных труб, как мы видим. Но дома, гаражи, автомобили в гаражах полностью сгорели от бушующего пламени. Вот посмотрите, пожалуйста, что у нас под ногами. Еще тлеющие находятся остатки строительных материалов, которые еще дышат жаром. И насколько мы видим, насколько видит наш глаз, посмотрите, обломки автомобилей, то, что осталось от домов, кое-где вода, очень едкий дым, плавленное железо, плавленый пластик, ну и дерево, конечно же. Автомобили перевернутые. Пожалуйста. Это, повторяю, город Санта-Роса, север Калифорнии, сердце винной долины Калифорнии. Здесь довольно часто проходят пожары, но такой разрушительный пожар, в принципе, метеорологи либо другие эксперты отмечают впервые. Они уже называют этот пожар одним из самых страшных пожаров в истории штата Калифорнии. Говорят, что на данный момент на понедельник умерло от пожара, погибло около 10 человек и 1500 домов выселено. То есть не выселено, а сгорело.